Всем большой привет! Апрель только начался, а я уже с покупками. Вот так у меня в этом году получается, что у меня каждый месяц у меня получаются какие-то покупки. Вроде бы сама себя уже уговорю, что уже Юля, стоп, уже некуда складывать, но всегда чего-то хочется. Покажу вам вначале вот такие пуговки. Я их взяла в обычном магазине, потому что они яркие, весенние, и, может быть, буду использовать для бискорню или пинкипов. Они были недорогие, такие чудненькие пуговки. Итак, вы видите такие вот необычные упаковки, нестандартные, и наборчики здесь непростые. Я просматриваю ВКонтакте, в новостях фотографии, когда выкладывают девочки, и у одной девочки, не у одной, несколько девочек, есть работы по глади. И я вот за ними пристально наблюдала, за этими вышивками. В какой-то момент все просто вот не выдержала. Мне так понравилось, как это все красиво блестит, смотрится. Я обратилась с вопросом, что это, как это вышивается, где это покупается. И меня переадресовали на интернет-магазин. Я оставлю все ссылки в инфобоксе. Вы можете перейти, посмотреть на фотографии ВКонтакте на отшиве у девочек и зайти на эту страничку интернет-магазина. В общем-то, я перешла и я не удержалась. Я давно хочу попробовать гладь. Это китайская техника. Сейчас не скажу точно, суджутской глади, как-то так, наверное, перебрала. В общем, это китайская техника глади шелком. Вот. И я заказала три наборчика. Вот так вот они пришли. Я когда получила, сначала перевернула, смотрела, где нитки. А получала я утром перед работой, бегом, значит, в машину. Муж за рулем, я скорее открывать посылку. Муж на меня, конечно, так смотрит. Ну вот, опять говорит, откуда, говорит, уже эти наборы пришли с Америки, с России, откуда ты их заказал? Говорит, эти с России, ага, понятно. Вот. И я так рассматриваю, где же нитки? Думаю, неужели мне дали просто канву, а нитки не входили в набор. Я давай, скорее всего, прям там открывать, потрошить. Так мне было интересно посмотреть. Здесь был диск, я уже вытащила, уже смотрю диск обучающий по глади. Вот, и покажу вам наборчики. Ну, видите, упакованный наборчик вот тоже простой пакетик. Ну, это для меня не суть. Упаковки я не собираю, я вообще все упаковки сразу выбрасываю. Чтобы это ни было, Dimensions, не Dimensions, я не собираю эти упаковки, складывать их некуда. Так, давайте посмотрим, как укомплектован этот набор. Здесь, значит, есть нитковдеватель обычный и две обычные швейные тоненькие иголочки. Так, и вот такой у нас здесь дизайн. Красивые цветы, ярко-желтые, насыщенные. Мне хотелось красок, я вообще люблю все яркое. Это вот мое. И думаю, ну попробую. Так, значит, что мне пришло? Открываем. Та-ра-та-там. Посмотрите, какая красота. Мне кажется, тут уже вышивать ничего не надо. Тут все вышито. Тут уже все есть. Так красиво. Это атлас с нанесенным рисунком. Вот такой яркий, красивый атлас. Честно, я не представляю, что тут нужно вышивать. Я когда открыла, смотрю, нитки есть. Нитки, вот покажу вам, шелк, они связаны. Каждый моток отдельно и перевязаны еще ниткой все вместе. Ничего не могу сказать по ниткам. Мягкие, какие-то пушистенькие, пальчиком моим цепляются. Надо пальчики почистить. Очень, конечно, блестят, очень красивые. Как я буду с ними работать, уму не приложу, не знаю. Но вот сама основа очень красивая. Но пока не представляю, как это все вышивать. Буду учиться, девочки. Есть диск. Там, конечно, по-русскому ни слова, вообще ни на каком языке ничего не рассказывается. Просто сидит вышивальщица и вышивает. И в такой технике записано, как будто мы подсматриваем за мастером и вот таким образом учимся вышивать.
Что из этого получится, не знаю, но очень-очень интересно. Хочу освоить гладь, хочу повышивать гладью, буду стараться. Может быть, испортится, так испортится, если может первый блин комом. Наборы, кстати, недорогие. Вот этот наборчик, он стоил, я сказать, 500 евро, 500 рублей. Этот наборчик стоил 500 рублей. Так, я купила 3. Знаете, я такой человек, вот люди берут один маленький набор на пробу, а я не могу, мне надо взять, знаете, 2-3. Я не задумываюсь о том, что мне понравится, не понравится. Вот то, что мне понравилось, я сразу взяла. Ну, потому что мне доставка, в принципе, дорогая. Мне надо, чтобы какой-то смысл был, надо еще брать всегда побольше. Вот такая обложка, картиночка. Обычно бумажка, но и напечатана картинка. Очень красивый сюжет. Мне кажется, несет мощную такую сексуальную энергию. Здесь и цветы, и какие-то и плоды, и зеленое, все такое красивое, насыщенное. Диск с уроками. Точно так же две иголки, нитковдеватель. Стандартно они упакованы, эти, укомплектованы эти наборы. И посмотрите, какая здесь красотища. Тоже атлас, очень красивый. Вот такой рисунок. Ну, прям бери уже и в рамку оформляй. Все есть, все ярко. Ну, когда вышится, я думаю, что рисунок оживет. Должен приобрести объемность, больше блеск. Нитки вот так тоже перевязаны в узелочки. Связаны потом все вместе. Такие нитки. Очень красиво. Я прям в восторге, как мне нравится сам дизайн и вот все вот мне нравится. Единственное, я не знаю, как я справлюсь с вышивкой, смогу ли научиться, не смогу. И еще один наборчик, это был самый дорогой набор, он где-то 800 рублей, по-моему, мне обошелся. Ну, в общем-то, тоже недорого, но из всех он подороже, он и побольше. Его я взяла уже как бы так в надежде, что я набью руку и смогу, буду вышивать уже так серьезно. Хотя вот в этом наборе здесь как бы прорисованы штрихи, и здесь понятно, как нужно вышивать. Видны переходы, видны штрихи. А в других наборах там этих штрихов не видно. Вот я поднесу вам поближе. Я думаю, вы увидите через камеру, как пропечатаны штрихи. Ну, это мой сюжет. Яркие плоды и две яркие птички. Хороший фэншуй, богатство и благополучие в доме. И в семейной жизни. И вот такие тоже нитки. Яркие. Очень красивые нитки. Ну, они такие очень мятые почему-то, лохматенькие. Справлюсь я с ними, не справлюсь, не знаю. Вот такие, девочки, у меня приобретения. Я в восторге. Буду начинать пробовать новую технику для себя. И обязательно вам покажу, что у меня получается. Вот так, посмотрели мы с вами наборчики. 3 набора я купила. Вот так, вот так, где еще третий, и вот такой. Вот, китайская вышивка шелком. Пожелайте мне удачи, спасибо вам большое за просмотр, оставайтесь на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами в новых видео. Пока!